Можем и сразу. Пусть Кристина держится. Да, можно выдохнуть, вдохнуть 3 раза. Кристина, ты молодец. Я долетела. Ну да, так нормально. Я чуть-чуть притормаживал просто. Но я не спешил, я именно флоу пытался поймать, прокачивать, да. Типа не спешить, а просто именно работать телом, прокачивать все, и вообще все по-другому происходит. Ой. Может, где-то сделаю. Так что едь за мной. Окей, давай. Це так флоу. Сделал, да? Я кричала, да. При мне так страшно. Я слышал, ты кричала. Фух. Ты заснял лоу-хенд? Да я все заснял, я же с тобой ехал. Прыгнул, Юра, нормально все? Я прыгнул. Класс. Бимба. Так, у нас массовый обзор трассы. Друзья, это трасса Fox, по-моему, Fox Trail, что ли. В общем, тут несколько вариантов, как вы видите. Дропчики. Есть везде, конечно же, съезжалочки. Вы можете не дропать, а просто съехать. Очень интересная трасса. Я вам скажу, что я здесь за 2 дня не накатался в этом байк-парке. Я еще на 2 дня остался. Тут у нас развилка, красная и туда идет. Вот мы сейчас посмотрим, как выглядит вариант, если мы поедем туда. А теперь вариант, если мы едем вот туда. Едем! О, бля. Ну и вот, собственно, выезд, видите, он сливается здесь в одно. А отсюда уже можно ехать зеленую или продолжать красную. Ну и концовочка этой трассы. Оп. Вот сюда вот. Концовочку, я думаю, вы уже не раз видели. Вот концовочка, которая прям в туннель вас и выводит. Оп! Оп! Пишет? Да. Yeah, boy. Я все пропрыгал, да, да? Но было страшно, потому что вот этот мой... этот прыгнул за мной? Я все прыгнул, но было страшно. Ну там просто так очень... Машины сейчас пойдут минуса, короче. Ты что, прыгнула все за нами? Нет. И я вот этот большой дроп? Я прыгнула как бы, но... Ты что, Кристин, все. Остановите меня, пожалуйста. Агов. Пишет, снимаем далее. Пишет. Красный трек. Ой. Фух. Ну мы да, это было хорошо. Хороший день, хороший. Отличный денек. Отличный день. Давайте. Если он закончился. Ну, собственно, из этого туннеля вот прям справа находится байк-парк, где у вас есть магазин, все дела. У них особый график, правда, как мы уже говорили, тут сиеста. Ну, вы можете выехать вот сюда и... Изначально машины мы тоже здесь оставляли, чтобы было понятно, и геолокация в Гугле приводит прямо сюда. Сегодня спасибо вам за просмотр, до скорых встреч. Напоминаю про Инстаграм, про соцсети. Ссылки будут в описании, мои, будут Богдана. Он организовал байкэмп, помогает всем. И в будущем, надеюсь, таких байкэмпов будет намного больше людей будет сюда приезжать.